Так, запись идет. Привет, стримаши, ребята. Поставил я недавно первый раз на планшет Android 10. Хорошо, что выложили эту прошивочку на XDA. Сам планшет, он старый. Но прошивку выложили. Android вышел в сентябре. Тут прошел всего лишь месяц, я поставил. Поставилось более-менее нормально, как там ставишь прошивку, потом ставишь отдельно, пришлось качать новые версии маркета, они тоже поставились, более-менее нормальные. Google камера почему-то не ставится с этого. Так, он выключается, что ли, экран, блин. Google камера с Open Gaps Aroma, где ты выбираешь, что ставить. Какая-то такая странность. Ну, может быть, отдельно ставится. Я здесь даже не вошел в аккаунт. Вот Android 10. Как видите, Android патч безопасности ноябрь. Зашибись. А вот вендор-производитель безопасности патч год назад. То есть производители они забрасывают, и вот это какая-то часть драйверов или чего-то, она в заброшенном виде навсегда остается. В Asus у меня то же самое, по-моему, было. Так, сейчас я тогда скажу. Тоже Android 10 год его делали. Вот он вышел в сентябре. Так, что-то я потерял его. Год делали. Я плохо понимаю, что они делали. Какие-то добавления копеечные, вроде делиться Wi-Fi через QR-код. Ну, это темная тема, это просто шок, это, блин, было давным-давно. Так, темная тема, ну, темная тема бывала и раньше. Жесты у меня почему-то не работают в этой прошивке, прошивка на Line HOS, но вначале почему-то у меня выскакивают с Resurrection значки. Что-то какая-то смесь Resurrection и Lineage. Так, генерация субтитров к видеоролику я даже не проверял. Live Caption, Screen Recorder. Ну, наверное, зашибись. Но я вот сторонней программкой записываю. Wi-Fi с QR-кодом я уже сказал. Ну, зашибись, но пофиг, как бы. Это отдельными программками делается все. Так, что это? Так, вместо этих пирожков номера. Ну, мне так удобнее. В жопу эти пирожки, там, паи всякие. Орео, там, что там еще было. Так, пасхалка. Можно понажимать на десятку и потом совместить 0 с десяткой, еще выскочит какая-то игрулька. Так, здесь вроде не все, что-то еще, сейчас посмотрю. Сейчас скажу, надеюсь, все это запишется. Потому что я записываю на планшет. Так, темная тема, навигация, жесты, умные ответы, наверное, хорошо. Обновление патча безопасности через Play Market. Но, как люди пишут, это только для устройств, которые вышли сразу с 10-м. То есть, фактически, сейчас не актуально. Родительский контроль, это вроде было и раньше. Расширенные настройки звука, зашибись. Безопасность, зашибись. Быстрый доступ к настройкам.
Хорошо. Фото, метаданные XMP. Ага, тоже нормально, хорошо. Кодек AV1. Аудиокодек Opus и режим HDR10+. Блин, ну такого экрана у меня вряд ли он будет. Ну хорошо. ART и Vulkan зашибись. Vulkan, я знаю, что такое. ART, это же, по-моему, старая какая-то фигня, но в андроиде давно была. Дополнительные настройки уведомлений зашибись. Новое приложение, файлы. Блин, я что-то не понял. Я там не смог даже удалить файл. Может, оно и крутое. Что-то я искал удалить, удалить и не нашел. Не смог стереть. Так, Wi-Fi QR-код, черно-белый режим. Зашибись. Экономия электроэнергии. Ну, наверное, она будет хорошо работать. Не знаю. Десктопный режим. Ты если подключаешь Type-C к HDMI. Пока не проверял. Если есть, хорошо, что есть. Все. Так, может быть, что-то я и пропустил. Блин. Конечно, они пытались вот с восьмого еще андроида сделать Project Treble есть, чтобы можно было сторонние прошивки сделать. Там нужно какие-то АБ, желательно, чтобы было два слота памяти АБ. У меня нифига нету, у меня устройство, как обычно, старые. Вот, шевелится он шустро, что, как я говорил, поставилось нормально. Выскакивают сбои, вылеты, пару программок уже, поэтому походить я с ней не смогу, наверное, долго. Bluetooth, гарнитура, так. Гарнитура отваливается. Хотя гарнитура всегда работала и с этим же планшетом, и со всеми не отлетала. То есть какой-то сбой с драйвером, видно, с вендором там. Так, что здесь еще? А, магиск поставился нормально. Play Market поставился, YouTube вылеченный нормально. Но вот Bluetooth отлетает, гарнитурка, это просто чушь какая-то. Ну, она должна работать. Обязательно какой-то сбой. Ну, это тестовая, естественно, прошивка. Естественно, могут быть сбои. Что тут еще? Ну, вот здесь я только Play Market. Этот GPS отлично работает. Bluetooth не работает, а вот GPS отлично в помещении, ловит 10 спутников. Ну, чисто вот как 9, даже вот номера, если бы не было, 10 по виду я бы даже не отличил. Что-то там со звуком еще какой-то, MIDI звук, что-то писали. Я не все прочитал. Все добавочки. Ну, конечно, очень мало. Я недоволен тем, что нельзя на все устройства поставить. Обновления должны ставиться в безопасности не только которые 10-е, которые были и на 9-м, 8-м, с Play Market выкачалось. Почему это нельзя реализовать, не понимаю. Вендоровские обновления тоже гады. Должны обновлять закрытый код, вот этот вот security, блин, собаки тоже должны обновлять, а не бросать. Это причем еще крупные производители бросают, Samsung, всякие Asus. Так, ну вот эту прошивку я сотру, потому что сбои выскакивают, и я потестировал бы, может быть, и дальше, но ошибки, и гарнитура отлетает.
Может быть, даже придется и обратно поставить девятый Android, потому что ну неохота сидеть на вот этой бета с вываливающейся прошивочки. Посмотреть-то прикольно, но постоянно садить неудобно. И вот эта разбитость, конечно, по версиям. У кого девятая, восьмая, люди ждут, сделают десятую. По идее, должно было стать лучше с Project Treble, но сколько устройств поддерживают Treble в процентах там 20, 10 может быть. Нехорошо. Вот на компьютер можно ставить любой там Windows, Linux. Ну, в Linux драйвера, правда, не все есть, я понимаю, но почему нельзя было сделать в мобильных устройствах так же, чтобы драйвер всегда работал? Это недоработка. Все должно спокойно ставиться. Прошивка. Ну вот чуть Treble, конечно, подправил это положение. Хотя все равно я вот качал прошивку под Asus, конкретно модель. Там была прошивка половина Treble, половина не Treble. Версии фиг знает, как-то медленно все это двигается. Меню совершенно обычное, как в девятом. Я даже ничего тут показывать не буду. Практически ничего не поменялось. Так, ну, блин, эта точка Wi-Fi я сделал, как обычно, не дает выбрать 2,4 либо 5 ГГц. Я бы хотел, например, сделать, чтобы она вещала в 5. Хер моржовая она мне дает. Чем это связано с драйверами этими закрытыми самсунговскими, наверное. Это старые приколы. Так, ну пока что на этом все. А, вот, Resurrection, да, Resurrection. А в то же время они взяли, видно, Lineage. Вот. Потом, как если другую поставлю, я что-то новое узнаю, засниму. Сейчас я, ну, недоволен ситуацией, я объяснил, почему. Мне кажется, похоже, это на Windows Android становится, какие-то грамулечные изменения, никому не нужны, еще и недоступные для основной массы устройств. Всем спасибо, до свидания, ребята. Подписывайтесь, ставьте уведомления, покупайте телефоны обязательно под Project Treble, прошивка только Custom, Lineage какой-нибудь. Это обязательно. Стандартную всю дрянь стираем. Обязательно все стираем. Никакой угрозы тут нету. Все нормально. Никто денег не стащит. Пароли ваши не стащит. Все это фигня. Скорее производитель официальный стащит. Все у вас. Ну вот, все. Теперь все. Пока. Так. Надеюсь, записался рекордер.